Добрый вечер, это новости в студии Евгений Нефанов, сегодня в Омске. Юбилейные воспоминания. Груды развалин, трупы убитых, женщин и детей. Кому вручили первые медали к 70-летию Победы? Неуправляющая компания. Из-за того, что здесь людей за людей не считают, я хочу отсюда просто убежать. Где продолжается коммунальный бардак? Цирковая премьера. Никто не ожидал, чтобы я поехал на мотоцикле. Чем еще удивят перевоплощения на арене? А также 8 погибших в ДТП и долгожданная реконструкция. Первые медали 70 лет победы в Великой Отечественной войне вручили сегодня ветеранам, труженикам тыла и блокадникам. Всего к юбилейной дате памятные знаки получат больше 30,5 тысяч омичей. Один из награжденных сегодня – житель блокадного Ленинграда Юрий Талерко. В 1941 году, когда он вместе с семьей оказался в городе, окруженном немцами, ему не было и 5 лет. Историю человека, который смог пережить войну, узнали Светлана Урванцева и Даниил Паршин. Проявив ленинградский характер, все-таки мы добились... Юрий Талерко говорит о памятнике детям блокадного Ленинграда. В 2014 году скульптуру, увековечившую события тех непростых лет, установили в Омске по инициативе общественной организации, председателем которой является Юрий Талерко. Когда-то он сам был таким же мальчишкой, как те, что сейчас стоят на Ленинградской площади, напуганный, с грустными глазами. Детское воспоминание, оно еще как-то урывками восстанавливается в памяти. Вот груды развалин, трупы убитых, женщин и детей. Все это голод, холод, разруха, нищета. Все это вот постепенно всплывает в памяти. Вот эти вой сирены. Бежим все в укрытие. В одно из нападений деревянный дом, в котором жили Талерко, разбомбили. Спасло только то, что в это время там никого не было. Папа, который не попал на фронт по состоянию здоровья, и мама работали на заводе. Изготавливали противотанковые заграждения. Труд был тяжелым, поэтому заводским рабочим давали не по 125, а по 300 граммов хлеба. Такая помощь хоть как-то помогла семье пережить блокаду. Своя история у Маргариты Талерко. Она тоже родилась в Ленинграде. Папа ушел на войну в 1944 году, погиб. Мама была в ополчении. В 1942-м ее вместе с двумя дочерьми смогли увезти в Омск. Позже эвакуировали бабушку. Пришло письмо, что ее нужно встретить на вокзале. Из Ленинграда прибыл поезд. Мама прошла, всех заглянула. Там такие дистрофики, уже не говорящие, ничего, полуживые, скелеты. Выходит к дежурной и говорит: вы знаете, что моей мамы в этом вагоне нет. Да как же нет? Вот по списку она должна быть здесь. Идите повнимательнее, смотрите. Опять нет. Тогда она ей предлагает, говорит: знаете, что, может быть, по вещам вы узнаете. А ее провожали, какие-то знакомые, еще более-менее сильненькие. И, сложили там какие-то остатки вещей. А тогда были, вы-то, конечно, не знаете, плетеные корзины вещевые. И вот в эту корзину она по корзине узнала. Бабушка с закрытыми глазами, не говорит ничего. В общем, живой труп. Когда бабушка смогла есть, ей стало лучше. Спустя больше чем 10 лет после того, как закончилась война, Маргарита ездила в Ленинград. Там она познакомилась с Юрием Талерко. Сыграли свадьбу, родился сын. Но мальчик болел, потому что не мог переносить климат города на Неве. Тогда семья переехала в Омск. В год 70-летия со Дня Победы для ветеранов, тружеников тыла и блокадников выпустили юбилейную медаль. Вручить ее могут и дома. А Юрий Талерко, так как хорошо себя чувствует, сегодня пошел на мероприятие. Здесь и разведчики, и танкисты, и блокадники, все, кто восстанавливал нашу страну после Великой Отечественной войны. Я хочу сказать вам всем огромное спасибо за ваш титанический труд. Низкий поклон вам за то, что вы совершили и сделали для нас. За своей юбилейной медалью 70 лет победы Юрий Талерко вышел бодрым шагом. Ленинградский характер проявляется у ветерана во всем. Светлана Урванцева, Даниил Паршин, Антенна 7.
Все 140 ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий и проживающих в Омске, получат возможность переехать в новые квартиры до конца этого года. Об этом заявил сегодня мэр Вячеслав Двораковский. В администрации города рассчитывают на федеральные средства, к которым добавят муниципальные. За три последние года действия программы в благоустроенное жилье переехали 669 ветеранов войны. В этом году в очереди жилищные сертификаты еще 140 горожан, добывавших Великую Победу. Всю потребность вот этой категории участников Великой Отечественной войны, мы понимаем, что там из 140 только 17 реально принимали участие в боевых действиях, но остальные приравненные к ним, поэтому мы говорим участники Великой Отечественной войны, чтобы выделить ресурсы и в этом году просто закрыть эту проблему, что называется, раз и навсегда. Как обычно, по вторникам мы продолжаем рассказывать об Омске во время войны. Мы говорим о Великой Отечественной, оперируя фактами и аргументами о сражениях и битвах. На этом фоне другое уходит на второй план. Между тем, немаловажен и быт, и даже военная мода. Зимы-то были очень холодными, и если одеться не очень тепло, не укутавшись в несколько пальто и шалей, можно было умереть. Мода войны, какой она была? Денис Ионас разбирался в вопросе. Перебирая старые альбомы, я наткнулся на фотографии времен Великой Отечественной войны. Несмотря на тяжелое время, нехватку всего необходимого, женщины оставались женщинами. Даже тогда. Во время выживания людям не до моды. Да, это так. Но как только появлялась хотя бы капля свободного времени, к моде возвращались вновь. И этому есть объяснение. Это достоинство, это радость от того, что ты правильно и хорошо выглядишь, от того, что ты привлекателен. Даже мужчины на фронте должны были предполагать, что их женщины не падают духом, что они следят за собой. И любой человек старался это делать, потому что когда падаешь ниже, это уже выживание. Звучит дико, но именно война привнесла новые модные веяния в Сибирь, в Омск. Ведь в наш город ежедневно приезжали поезда с жителями других территорий, целые заводы. Приехал и театр Вахтангова. Так мода распространялась из центра в периферию. Люди получали образцы, которым следовали, даже при отсутствии модных журналов. Выручали швейные машины. Женщины доставали из укромных сундуков чудом сохраненные платья и увлеченно перекраивали и перешивали по новой моде. Расширялись плечи, там немножко укорачивались юбки. Латиноамериканская тенденция, которую в России очень любили, потому что горошки и цветочки, это были те дешевые ткани, которые у нас выпускались, те рисунки, которые у нас были, и мы могли этой моде следовать. Эти ткани сохранились до войны, потому что все, в общем-то, ткацкие предприятия были перепрофилированы очень сильно на военные нужды, и гражданских тканей фактически не выпускали. А привозная одежда, она очень быстро закончилась, вот в 40-х годах, в начале 40-х. Модными аксессуарами стали белые воротнички. В одних и тех же платьях ходили в театр, в гости. Изобретательности девушек и женщин тех лет не было границ. Из мужских пиджаков и пальто шили женские полупальто и жакеты, напоминающие мунтиры, кители. Для того, чтобы привести себя к какому-то более или менее приемлемому идеалу, использовать какие-то материалы, которые, может быть, до войны бы не использовались. Там каким-нибудь углем наводили брови или даже ваксой подваксивали. И губы иногда красили, если была возможность, свекла или даже тряпочки там в спирту. Те же медсестры настаивали красненькие и вот этим раствором немножко себе приводили в порядок губы. Но все равно, особенно женщины, которые работают с мужчинами, они вдвойне должны были выглядеть достойно. Несмотря на дефицит мыла, несмотря на дефицит там каких-то гигиенических средств, все равно люди старались как-то решать эти проблемы. Отращивали волосы, потому что их удобнее как-то приводить в прическу, чем короткие, за ними не надо так сильно ухаживать. Труднее всего было с обувью. Фабрики не сохранились и эту проблему не решили. В то время на всю страну работала лишь одна – скороход, но в начале войны работали на нужды фронта, потом бомбежка. Обувь донашивали, либо делали кустарным способом. Высоких требований не предъявляли, защита в первую очередь. Очень трудно было в деревне,
потому что туда вот это снабжение городское фактически не приходило. Я собирала много информации у своих родственников. Мне повезло, что у меня семья отчасти военная и городская наполовину, а наполовину деревенская, из сибирской деревни. И, в общем, мама мне рассказывала, что во всю войну бабушка ткала зимой, как это делали в 19-м, 18-м и в 17-м веке. Все это красилось домашним образом. Из этого шилась одежда, потому что дома, слава богу, была швейная машина, и на семью из 10 детей таким образом все делалось само. Люди не видели новой одежды, люди очень долго донашивали, перенашивали, перешивали. И, в общем-то, в деревне ситуация была, ну, не то чтобы трагической, потому что зато еда была, то есть зато какие-то другие проблемы были решены. Но многие, в общем-то, до самого взрослого возраста не видели новой одежды, а некоторые и взрослыми ее не видели. Несмотря на все жертвы, что понесла страна, мода не умерла. Находились и во время войны люди, которые придумывали что-то новое, жили и творили радость с каждым днем. Денис Ионов, Сергей Гаврилов, Антенна 7. Как на войне, люди гибнут на дорогах. Только за последние 24 часа в окрестностях Омска в ДТП скончались 8 человек. Пятеро погибли в лобовом ДТП на трассе Новосибирск-Омск. По предварительной информации, это произошло на 1264 километре. Сегодня в 9 часов 40 минут. Столкнулись Toyota Caldina и Toyota Sprinter. В первой скончались трое, во второй двое. Причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняют полицейские. В другом страшном ДТП накануне вечером погибли трое омичей. 22 часа 30 минут. На 21-м километре автодороги Глышманово-Арамашево в Тюменской области на мосту через реку Вагай столкнулись Mazda Capella и Hyundai. По предварительным данным госавтоинспекции, 28-летняя водитель Mazda, жительница Омска, не смогла выбрать безопасную скорость, машину развернула и вынесла на встречную полосу в лоб второй иномарки. Она и двое ее пассажиров погибли. Состояние капитана «Авангарда» Сергея Калинина стабилизировалось. Получивший травму по ходу шестого матча серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина между «Борисом» и «Авангардом» в Астане, игрок продолжает проходить лечение в НИИ травматологии и ортопедии столицы Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Авангард». Сегодня Сергея Калинина перевели из реанимации нейрохирургического отделения в обычную палату, рассказал врач команды Дмитрий Бутушенко. По его словам, состояние хоккеиста стабильное, он получает необходимое лечение. Сегодняшний решающий седьмой матч между и астанинской командами проходит без капитана «Авангарда». Горы снега во дворе, наледь на подходе к домам, невывезенный мусор, отсутствие капитального ремонта, разбитые плафоны в подъезде и облупившаяся краска на стенах. С такими жалобами на свою управляющую компанию «Московка» к нам обратились отчаявшиеся жители домов Ленинского округа. По словам людей, по квитанциям на содержание жилья они платят исправно. Задолженности почти нет, однако результата после потраченных денег не видят. Достучаться до местного ЖКО, которое возглавляет депутат Омского городского совета Андрей Никитин, у них не получается уже на протяжении 5 лет. Многие жалобы остаются без внимания. Разобраться с нерадивыми коммунальщиками они попросили нашу телерадиокомпанию. Однако несколько старших по домам, предъявлявших претензии к управляющей компании и конкретно к ее руководству, за выходные дни неожиданно передумали участвовать в откровенном разговоре. А вот обычные собственники пройти мимо журналистов не смогли. Из-за того, что здесь людей за людей не считают, я хочу отсюда просто убежать. Я такого города, такого равнодушия к людям я вообще нигде не встречала. Жизнь прошла, понимаете? А изменений никаких вообще. Ни ремонта, ничего. Вот сейчас начнется весна, и вон там яма. В ней не то что в туфлях, в резиновых сапогах не пройдешь. Здесь все будет затоплено. Просить бесполезно руководство. Впрочем, приезд нашей съемочной группы заметно взбудоражил местное ЖКО. По словам женщины, накануне коммунальщики пригнали технику и расчистили подъезды к тем домам, где было назначено место съемки. Дворники неожиданно выдолбили лед с тротуаров. Начался вывоз мусора. Хочется верить, что причина такой активности не в заинтересованности журналистов «Антенны-7» к ряду нарушений.
Впрочем, по словам самих собственников, раньше добиться даже части проведенных работ не удавалось. А ведь управляющую компанию возглавляет ни много ни мало депутат Омского городского совета. Его имя и фамилия Андрей Никитин. Мы продолжим разбираться в данном вопросе. Смотрите подробности в наших следующих выпусках. Кировский ДК начнут реконструировать уже этой весной. Построенный полвека назад, в 1964 году, и нуждающийся в реконструкции из-за сильного износа конструкций, Дворец культуры уже несколько лет пустует из-за аварийного состояния, а дети и подростки большого микрорайона остаются без творческих кружков и спортивных секций. Сегодня депутаты социального комитета горсовета приветствовали новую сметную документацию на выполнение строительно-монтажных работ. Ее подготовили по инициативе депутата известного строителя Валерия Кокорина. Проектировщики отказались от настройки третьего этажа, и в итоге это позволило снизить стоимость реконструкции в 6 раз до 35 миллионов рублей. Сумму уже предусмотрели в бюджете, подрядчика определят на торгах, а депутаты проконтролируют ход работ. Поздравил как смог. В социальных сетях нашли самое радикальное поздравление с 8 марта. Житель Левобережья превратил машину жены в открытку. С помощью баллона с краской он написал слова поздравления прямо на дверях авто. Фото вызвало бурную полемику среди пользователей сети интернет. Однако омичи обсуждали не способ поздравления, а то, как и чем его выполнили. Большинство надеется, что это все-таки был мел. Телефон программы «Новости» работает круглосуточно. Его номер 308-058. Оставляйте сообщение на автоответчике и всего вам доброго. Ну а далее рекламная информация. Уникальные гости в Омском цирке – морские львы, бизоны и яки. В течение месяца омичи смогут увидеть грандиозное шоу. Более 150 животных и птиц со всего мира представят захватывающие трюки и единственные в мире номера. Любители водной стихии быстро нашли контакт с омскими зрителями. Игры в мяч, веселые перевороты и суперэлементы. Стойка на одном власти или переход с одной точки опоры на другую с поднятым хвостом. У них есть такая фишка, они поднимают лаз, когда сделали трюк. Вот он знает, что он сделал трюк, да? Он как бы после этого лаз поднимает. Иногда он его не поднимает, но если в зале аплодисменты, он обязательно поднимет руку. Свои уникальные номера у яков и бизонов. Индонезийский бой быков, як-мотобайкер, коррида, могучие бизоны танцуют вальс. Все это омичам презентовали представители знаменитой цирковой династии. Народный артист России Виталий Тихонов и его сын Виктор. Я рад, что я опять привез новое произведение искусства. Тут и лошадки, тут и яки, тут даже впервые в мире никто не ожидал, чтобы як поехал на мотоцикле. Захватывающие трюки, увлекательное перевоплощение. Вместе с редкими животными со всего света на арене блистали представители других цирковых жанров. Эквилибристы, жонглеры и, конечно же, клоуны. Лучше один раз увидеть. Владимир Истомин, Даниил Паршин, Антенна 7. Небесная бирюза, загадочный уваровид, пейзажный агат, таинственный карбамид. Коллекция украшения из редких камней в необычной огранке и многообразии форм. Серьги виноградной грозди, массивные перстни и изящные колье. Каждое украшение уникально и выполнено вручную. На выставке своими изделиями омичи удивляют и поражают более 40 ювелиров и мастеров из разных уголков России. Татьяна Воеводина – одна из них. Каждый автор ищет какую-то изюминку. То есть в данном случае это портрет 18 века. Это серия женских портретов вот у меня выполнена именно в этом стиле. И будем считать, что это моя такая маленькая авторская фишка. И таких изюминок на выставке хоть отбавляй, на любой вкус и кошелек. От изящных кулонов до массивных комплектов из драгоценных камней. Кроме того, вы можете приобрести украшения не только для себя, но и для дома. Знаменитый кот-бегемот из романа Булгакова, сказочные три медведя, царевна-лягушка. Каждая реалистичная фигурка имеет свое смысловое значение. Собака – это уют в доме и забота. Работа, оберег. Черепаха – это долголетие. Ну, а лягушка – это, конечно же, финансовое состояние и благополучие в доме. На выставке также представлены сувениры из так называемого счастливого камня – селенита. Считается, что он способен принести в дом покой и благополучие, оградить супругов от ссор и непонимания, сохранить взаимную верность. Приобрести цветущие деревья из этого камня, а также другие украшения вы сможете на выставке «Мир самоцветов» до 15 марта в музее имени Врубеля. Марта в молодежном центре «Химик» ЖЭКа. Сольный концерт. Что делать, если коварный недуг отравляет жизнь? На помощь приходит физиоаппарат «Алмак-01».
Покупайте «Алмак» в магазинах «Медтехника», аптеках «Первая социальная» и в аптеке торгового центра «Омский». Спешите, последняя неделя, скидка 10%. Продажа квартир-студии в доме на Малиновского, 19, от 950 тысяч рублей. Сдача дома, второй квартал 2016 года. Телефон 910-358. 2 апреля в концертном зале звезда русского шансона Сергей Трофимов. Похудеть легко. Биоинтермед. 38 19 71.